приняли решение, что 4 числа, 4 мая мы снова вновь соберемся и будем обсуждать уже более конкретные вещи, потому что сейчас появился полный перечень тех дорог, о которых говорили мы, депутаты, и говорили наши избиратели. Он обсчитан, представлен. Теперь необходимо расставить приоритеты. Сегодня мы договорились о тех критериях, по которым возможно будет эти приоритеты расставить. И уже выбрать территории, которые будут отремонтированы, дорожное полотно в первый год.